Всем привет! Да, и это канал Наш Хороший Гор. И тут мы продолжаем восьмую часть. Да, это восьмая часть. Короче, сразу поставьте лайки. Вот мы сейчас постоим здесь. Вы пока поставьте лайк, ладно? И подпишитесь на канал. Сразу же, чтобы мы вас не ждали. Побыстрее, да. Все, подписались? Идем. Напишите в комментариях, что вы думаете, что мы сейчас куда мы идем и что мы сейчас будем делать, да. Сразу мы рекламируем AliExpress. Это магазин, где можно покупать за электронные деньги. Ссылка будет в описании. Так, если вы написали в комментариях, что мы сейчас будем делать, мы пойдем дальше. Алло. Ну, Рали, наверное, палкой хочет комментарии писать, да? А? Ну, Рали, ты хочешь палкой комментарии писать, да? Алло. Да не вырывай эту палку. Она у меня хреново тяжелая. Да ладно, идем. Ты все равно ее не сломаешь. Она вот какая, видишь? А, давай, давай. А, сломали. Вот палочка такая. Сейчас он будет что-то комментарий что ли писать, да? Тоже. Он думает, что мы сейчас будем делать. Иди сюда. Ну, Рали, идем. За нами следят. Мы через этот проход пройдем. Через этот? У нас курки пролезут, ты так думаешь? Пролезут на 100%. О, есть еще принтер. Е, мама, нашли принтер. Валим! Валим! Да без принтера! Да убери этот принтер! Этот принтер убери! Зачем этот долбанный принтер? Мы, короче, стащили. Мы сейчас уйдем. Не, в Galaxy! Не, он там. Да. У меня такое ощущение. Давай отдохнем. Ты. Сейчас мы отдохнем. Вот мы такой. Кнопка не нас. Вот мы разбираем этот принтер. Там есть вот этот, который краску делает. Да, не, это лучеизолятор. Вот кнопка не работает. Ничего не работает. Можно только разъем вытащить, спаять его и все. Уйдем, уйдем. Убегаем. Мы, короче, так убежали. Прикольно, за нами даже не убежали. Но мы убежали от кого-то. Вот мы сейчас идем по Шерниязе, да? Я же правильно говорю, по Шерниязе. О, смотри, вот этот, есть пивбар, который был, его переименовали его в этот, в подвал. Да. Интересно. Я сейчас камеру буду ровнее лишить. Так, мы не закончили. Надо этот, мы не закончили, надо... Мы в следующей серии будем показывать, как мы этот принтер обратно будем тащить. Потому что там, если мы пошли бы с этим принтером, за нами бы погнались. И мы сразу же свалили. Фух. Здесь, смотрите,
автобусы ждут, столько народу. Почему нам подписчики не ездили? А? Почему нам подписчики не ездили? Нам подписчики не ездили. Если это видео слушают подписчики, пожалуйста, мы оставим наши координаты в описаниях. Мы же в той серии, где это часть 5 и 6 есть же, мы там оставили свои координаты, но там не подробно, мы в этой части под описанием, то есть, простите, будем этот, оставим координаты точные, вот даже квартиру, телефон напишем, можем написать. Если вы будете звонить по телефону, вы скажите, позовите Амира или Нурали. Ну, мы там все посмотрите в описаниях, короче. Здесь такой дворик. О, интернет-клуб бывший. Здесь построили. Я забыл, вот это суши-бар, да? Вот, ресторан вот такой большущий. Ресторан, мы даже можем показать, там повары. Здесь можем посидеть. Только не сейчас, потому что жопа замерзнет. Если... Здесь, конечно же, на помойках бичи лазят. Ну, как без бичей, да? Вот там повара трудятся. Ой, не видно вообще, где повара. Смотри, там что-то такое. Какой-то мужик в машине лазит. Давай сваливать лучше отсюда. А, вот это. Дядь Толя или дядь Вова? Я уже забыл. Это дядь Вова, да. Хороший парень. Хороший парень, хороший дядь. Короче, мы здесь. Вы что думали? Мы куда придем? Если вы думали, что мы сюда придем, то вы, конечно же, не правы. Потому что нас через 5 минут, если мы здесь будем долго находиться, нас, конечно же, выгонят. Здесь раньше были Здесь раньше были качельки. Их убрали. Мы летом на качельках катались здесь. Их убрали. Так жаль. Так жаль. Но здесь... Я прикол, здесь поставили двери. Смотри. Интересно. Чё они поставили двери, если, смотри, у них проход открытый? Вы представляете? Посмотрите, подписчики, зрители. Прикол века. Дверь поставили. Просто так. Проходить здесь можно. Вот такой. Здесь ворота поставили. Эй, не надо. Сейчас еще будет это. Здесь мусор складывают, как всегда. Здесь такая мусорка. Вот теперь вы думаете, что мы обратно в свой двор идем. Вы правы, что мы в свой двор идем, но мы почти что в двор идем. Почти что возле двора. Возле двора будем играться. Кто так написал, что мы в комментариях... Кто написал в комментариях, что мы будем этот... в свой двор идти, тот прав. Кто написал?